have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! Сегодня мы пойдем по рекомендациям наших подписчиков. Это Starscape. Создано Итаном Уитом. Я уж не знаю, кто это такой, но, видимо, крутой чувак, раз все это создал. Вот были кредиты на музыку. Да, музыка, кстати, тоже очень приятная, такая, больше в эпическую сторону. Станция выглядит офигенно. Мне нравится, что представление станции начинается именно таким образом, снаружи. И можно рассмотреть все те места, в которые потом можно попасть. Так, я так понимаю, что мы играем простым гражданином. Хорошо, что ты... Да, гражданин! Так, я ничего еще не настраивал. Просто заходил, проверял, работает эта игра или нет. О. Оу. Ха. Хорошо, а это двигается? А. Я понял. Вот, я буду вот таким чуваком. Теперь, волосы. Посмотрим, какой стиль мне тут предлагают. Женский стиль? Не, спасибо. Так. Ну, я думаю, вот этот можно оставить. Думаю, такой стиль волос оставим. Насчет цвета я бы потемнее, наверное, сделал бы. Сейчас посмотрим, что нам предложат. Да, я думаю, вот такой сделаем. Теперь рот. Можно вот так. Глаза. Да, делаем вот так. Растительность на лице. Прикольно, что тут можно настроить. Ну, знаете, у нас же сейчас не бритябрь, поэтому я считаю, что щетина нам вполне пойдет. Шрама я не хочу, пожалуй. Так. Какие еще цвета есть? Есть вот такой. Я бы, наверное, взял синюю пижаму. Серая прикольно выглядит. Серая прикольно, но день серых футболок уже пройден. Поэтому я возьму, наверное, синюю пижаму. И сейчас посмотрим, что там будет по штанам. Черная. Вот эти тоже такие сине-черные в цвет. Я думаю, вот это будет мой гражданин. Я думаю, да, поехали. Меня разморозили! Ну, смотрите, на создание персонажа ушло всего лишь 3 минуты. Это прям немного. Итак, хорошо. Ship gifted. Mission received. Welcome, Starscape. Follow the... Исполните задание, получить 500 кредитов. Окей, я вас понял. От первого лица здесь играть нельзя, от третьего лица... Ну, в принципе, выглядит пока что ничего. Что это такое? Не понял, это пока не получится. Так, Mission Tracker. First thing to exit, Clone Space. Понятно, сначала нужно отсюда свалить, потом мне будет указываться, где находится миссия, да? Мы играем за клона. Как у тебя дела? Чем ты там занят? Без понятия, чем я занят. Вот пытаюсь разобраться в управлении, что тут делать, как, что. Ты уже создал себе человека? Да. Ну-ка, а ты с нами, нет? Походу, нет. Интересно, как попасть к тебе. Getting started. А,
Ага, через это место проходят тысячи, сотни пилотов каждый день. Ну, тут нас будут потихонечку рассказывать. Это цитадель, в общем. Так, чтобы улететь. Мы сейчас на верхнем уровне. Чтобы попасть на корабль, нужно спуститься на лифте в доки. Осмотрись в центральной части и найди надпись Docking Bay, то есть у нас есть Marketplace, у нас есть Medical Facility, у нас есть Observatory, Cloning Bay. Нам нужен Docking Bay для того, чтобы улететь. Я не уверен, что я хочу пока что улетать. Я бы в обсерваторию сходил, если есть такая возможность. О, а тут... А почему тут нельзя посидеть? Ладно. У меня на слотах пока что ничего нету. 1, 2, 3, 4. Все это пустое. Это просто... Почему не срабатывает... посидеть. А, только так. То есть должна быть прям официальная кнопочка, которая тебе об этом скажет. Палуба обсерватории. Давайте съездим, посмотрим. Мне интересно, что тут. Может, какой-то кинематографический режим включится. Кстати, я был прав. А, это у нас из заставки. А прервать его уже нельзя, да? Хорошо. Зато отсюда можно посмотреть, где находится Docking Bay. Ты уже создал персонаж, да? Ага. Где ты сейчас бегаешь? Все в том же клан Бэй. Так выйди, посмотри вокруг. Окей, сейчас. Я уже не знаю, ребята, вырезать эту заставку, не вырезать. Ладно, посмотрим. Я думал, будет какой-то другой облет станции. А, вот, собственно, и обсерватория. То, что нам не показали. Вот то место, где мы находимся. Это очень прикольно. Хорошо, я это оставлю. Тут не так долго. Но зато мы посмотрели парочку новых кадров. И нас так эффектно привели обратно. Тут можно даже посидеть в обсерватории. Надо именно мышкой наводиться на то место, куда ты хочешь. И тогда... Да, наезд камеры немножечко ограничен, но, в принципе, это не проблема. А, с той стороны... Да, с той стороны тоже есть лавочки. Три лавочки есть. Хорошо. Поехали вниз. Побывали, посмотрели на космос. Обратно в цитадель. Сюда. Ну, да, мы можем сюда прийти. Знаете, мне это все немножечко напоминает Севастополь, космическую станцию. Кто в курсе, кто играл в Alien Isolation. Которая Isolation. Ладно, короче, пофиг. Вот, те поймут. То есть вот эта штука, она очень сильно напоминает Севастополь. Не атмосферой, а... Ну, да, даже, наверное, атмосферой как-то. Medical facility. Короче, ребят. Если вы знаете, что такое госпиталь Святого Кристобаля, вы пережили одни из худших минут своей жизни. Это так. На минуточку. Поэтому я сейчас очень радуюсь, что это просто медицинский отсек, а не госпиталь Святого Кристобаля. Эта штука, по идее, должна лечить, когда ты сюда становишься. Тут у нас... Я сейчас собираюсь улететь. Ты уже в Докинбэй пошел? Да. А, хорошо, а куда? Зачем? Я без понятия, я еду к другому кораблю. Хорошо, давай. Расскажешь, как там. Я пока что тут еще сейчас на рынок зайду. Прикинь, на рынок на космическом корабле. Офигеть, как это круто выглядит, ты даже не Сейчас представляешь. представлю себе, мы сейчас тоже полетим. Так, открыть терминал. Так понятно, тут можно купить всякие пушки и еще что-то. Ладно. Не знаю, что у меня по деньгам. Ну хорошо, давайте я загляну быстренько. У меня 500 денег. Ого, откуда у меня 500 денег? Тут можно купить всякие штуковины прикольные. Это, кстати, там некоторые вещи очень дорогие. Falcon. Я могу корабль купить? Слушай, на Шлем какой-то Человека-муравья? станции. А? Слушай, на какой-то станции. А как это узнать? Я могу прилететь к тебе. Я понимаю, как Нажми узнать, на какой станции? на Е. Нажми на Е. Где там будет написано? О!
А, ну я в цитадели. Ёлки-палки! Вот это все можно посетить? Да. Я сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бастион, Шилд, Конкорд, Бета-Квад. Обалдеть, насколько широкая. Все, я лечу к тебе в цитадель. Цитадель. Давай, да. Я тогда пока не буду никуда путешествовать, я тебя подожду. Я сейчас нахожусь в легком офиге от того, что происходит. Ну, просто чтоб ты понимал, сколько здесь разных карт. Они все разные? Да. Так, я нашел Docking Bay. Пойду сейчас на lower level. Посмотрим, что там творится, потому что я не буду пока улетать. Вот. Ой, тут есть рефайнери. Ну да. Станция переработки, естественно, тут должна быть не такой. Я стрелять могу. Мне нечего перерабатывать, тоже понятно. Я ничего не покупал. Ты купил пистолет? Нет, я пистолет не покупал. Это в корабле волшебно. Хорошо. Manufacturing, производство. Блин, меня к тебе никак не перебрасывает. Что же за фигня? Почему? Не хочет. В смысле не хочет? Так, тут можно что-то произвести для себя. Для этого нужны, понятно, крафтовые ресурсы. Я изначально, просто когда заходил в эту игру, я думал, что это просто космическая станция, по которой прикольно побегать, походить, посмотреть. А здесь прям... Ох, как здесь все закручено. Просто снимаю шляпу. Можно переработать, можно разбить на ресурсы, можно скрафтить. Короче, да, мне похоже, нужно лететь отсюда. Corsic Field Upper Level. Поехали. Поехали сейчас в Docking Bay. И посмотрим, куда я могу полететь и что я могу вообще сделать. Так, ребят, кто знает, кто в теме немножечко, интересно было бы, чтобы вы рассказали побольше, наверное, про то, что здесь происходит. Так, take flight. Now we're in docking level. We need to spawn your ship. Walk into docking bay and find the terminal. Right, open the terminal. Короче, сейчас нам нужно подогнать твой корабль. Подходи к терминалу с... Мне показалось, что он сказал... Ладно, иди в Docking Bay, Иван. Да, ладно. Это просто всякие плохие пилоты. Почему плохие? Потому что у них разыскиваемость. Нет, это количество, уж я не знаю. О, нет, там была разыскиваемость всяких чуваков. Топ 100. Закрыли двери. Да. Погоди. К синему терминалу сказано подойти, да? А, вот этот может быть. Ангарный терминал, а вот это какой? Док-терминал. Да, получается, мне сначала к ангарному надо, для того, чтобы корабль заспавнить. Вот, Стратос. Так, нет, не выходи оттуда. Flight control, testing pilot skills. Слушай, зажми. Накопай немножко руды. Зажми X. F это для того, чтобы варпнуться на другую планету, это в другую систему. А где я руды возьму? Стой. А, вон там? Это слишком далеко вроде бы. Блин. Test your piloting skills, we're going to nearby asteroids, field to mine some. Ближайшее поле астероидов для того, чтобы... Ну, ближайшее поле астероидов, которое я вижу, это вот это. О, я нашел поле астероидов. Блин, тут такое управление офигезное.
Вообще обстановка здесь просто обалдеть. Короче, чувак, Да. зажми X и найди там хаб. Блин, не работает что ли? У меня там было написано. Нет, погоди, я... Мне интересно про поле астероидов, чтобы нарыть там руды. Это... Это я могу ворпануться в другую систему. Flight control. Get there, we need to show another location. The system press hold space bar to bring up quick warp menu. Ага. А, я понял. А. Ага, вот как это делается. Это все равно прыжковым двигателем делается. То есть я бы туда реально так не долетел бы. Но для того, чтобы... Это, я лечу к правильному кольцу, просто мне не хватило бы скорости. Мне нужно было на Офиг. прыжковом двигателе туда добираться. Вражеские корабли, которые пытаются меня уничтожить. Итак, кольцо астероидов, ёлки. Asteroids point your ship at the ground, ignite asteroids and fire your laser until fire into play. Ага, так это делается, да? Так, погоди. О, а, все, понял. Так, ай. Понял. You can return to Citadel by pressing space bar and bring... Да, я понял. Хорошо. Тут очень много всего. А, вот, вижу, 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 отколол кусочек. Теперь я могу его подобрать. Блин, это выглядит просто офигенно. Не знаю, это один из лучших режимов, которые я видел в Роблоксе. Возможно, я сейчас просто на эмоциях. Это выглядит настолько круто. У меня просто нет слов. То есть, да, я понимаю, что я сейчас просто добываю руду какую-то, что-то где-то. Это, в принципе, не важно. И это просто кусок майнинга. Я про другое, что сами возможности, которые предоставляет эта игра, что мы... Это выглядит чертовски красиво. Я не знаю, ребят. Оп-оп-оп-оп-оп, не разбиваемся. Смотрите, отлетают кусочки, которые мы можем теперь собирать. Очень круто. Я не помню, когда я играл во что-то подобное. То есть в Роблоксе явно я такого не видел. В других играх, в которых было что-то космическое, я уже давненько не играл в какие-то хорошие космические игры. И поэтому для меня сейчас это тем более является таким приятным плюсом, Слушай, приятным удивлением. Да. нажми на V. Ви. Ё-моё! Ну так хуже ориентируешься. Я понимаю, что это красиво, но так хуже ориентируешься. И теперь Ви, попробуй куда-то телепортнуться. Куда-то путешествовать. О-о-о-о-о-о-о! Вот эта тема. Так,
Понял. Давайте попробуем приземлиться. Так, хорошо. X. Остановить корабль. А как мне из него теперь выбраться? Как из корабля выходить? Нажми на Space. Точно. Че? Ну, блин, я не знаю, это было не совсем очевидно. Мой корабль никто не угонит тут? Не, никто. Хорошо, пойти... чтобы продать руду. А я не могу из нее скрафтить что-то? Это мне обязательно ее продавать надо? Это все обучение, погодите. Это мы еще даже не поиграли, это просто обучение. Так, оно у нас находилось на нижнем уровне, по-моему. На какой планете сейчас находишься? То есть на планете... Как там, М было? Да, М. Я там же на Цитадель вернулся. Хорошо, я пойду на Цитадель. Manufacturing, а где оно там у нас было? Repair bay. А, стойте, тьфу ты, marketplace, он же наверху находился, чё я туплю-то? Я просто под впечатлением всего того, что здесь происходит. Docking bay 3. Кавани Эмбасси? Что? Посольство? Еще? Я не в тот лифт куда-то зашел, даже не посмотрел, что там написано. Теперь меня привезло на какую-то другую палубу. Посольство Фаралка? Серьезно? Upper level, поехали. Так, Medical Marketplace, нам сюда. Это выглядит все просто неимоверно круто. Итак, открываем. Inventory. Да, могу продать. Тут все 5 кусочков, которые я собрал. Мне это даст 15 денег. Могу продать вот эти. И это мне даст 2 денежки. Короче, такое. Ну, типа, если я хочу оставить себе руду или продать руду, понятно. Нас тут научили. Даже мне говорят, чтобы уже выйти отсюда, нужно нажать на вот этот вот крестик. Последняя вещь. Ты научился летать и зарабатывать. Два самых важных умения в этой игре. Но есть больше вещей, которые тебе следует знать, чтобы стать мастером-пилотом. Вселенная Старскейпа очень широка и полна возможностей. Нажми М. Да, вот сейчас должно было стать для меня это открытием, но мы это уже сделали, и это тогда еще меня, да, немножечко повергло. Это огромная песочница с тысячей звезд, систем и всякого такого. Используй Warp Button, ну то есть типа телепортацию. Так, все, заканчиваем обучение, и вселенная твоя. Закончил обучение, получи 500 кредов. Спасибо! Я за обучение получаю 500 кредов, до того у меня уже сейчас 1017 кредов. А за 1017 я могу уже что-то купить. Блин, это настолько просто офигенно, я не знаю, у меня нет слов. Сейчас я сюда вот присяду, чтобы с вами немножечко пообщаться. Так вот, ребятушки, во-первых, огромнейшее спасибо, что посоветовали эту игру. Я не знаю, каким образом, я ее раньше вообще никогда не видел. Вот вы посоветовали, мы зашли глянуть, мы такие, о, кто-то варпнулся.
Типа, ну отлично, еще одна космическая станция выглядит очень красиво. Давайте походим, посмотрим. На самом деле нашли для себя такую жемчужину. Это просто офигенное место. Я уверен, что мы сюда будем возвращаться. И не только на запись, а просто так поиграть, потому что здесь жевать не переживать. Естественно, по этой игре будут у нас еще серии в дальнейшем. Пока что просто у нас по хронометражу подходит к концу эта серия. Мы как раз прошли туториал, посмотрели, пощупали все, что здесь находится. Я думаю, будем на этом заканчивать, но эта игра явно у нас еще будет появляться на канале. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.